Аккуратно свернуть на двухгоновую дорогу, но не разгоняться, потому что сразу будет съезд. Дальше не разгонимся, аккуратненько. На этой коротенькой дорожке единственная достопримечательность — это памятник Высоцкому. Вот сейчас справа будет, вот здесь вот площадочка, можно остановиться, посмотреть, но мы этого делать не будем, едем дальше. Вот здесь вот стояночка. Куда приткнулись? Прямо туда? Нет. В тенек. Ну давай, в тенек. Куда мы здесь? Между двумя машинами. Между двумя какими? Серые и белые. Вот этой дальней, над которой дерево повисло, да? Да. Ну давай. А запах. Ни с чем не сравнимый запах. Тухлых яиц. Точно. И сразу горная прохлада. Вот мы приехали на стояночку, оставляем машинку и двигаемся дальше. Впереди мостик с будочкой, но он нас не касается. Иногда здесь сидит сторож, но это для тех, кто пойдет в горы дальше.
Вот ребенок ловит мутантов сероводородных. Рыбы, конечно, здесь нет. Это ребенок развлекается. Вот такая вот речка. Справа мы видим знак «Огурские водопады». Это для тех, кто хочет пройти прямо дальше по дорожке. Здесь метров через 100, через 200 будет касса. Покупаете билетик и идете вверх по трубке. Огурские водопады смотрите. Вот здесь вот бьет родничок. Говорят, с минеральной водой. Правда, что-то сейчас пробовать меня не тянет. Ну вот я покажу вам, где это. Вот. Говорят, сероводородная минеральная вода. В принципе, пьют ее. Ну, попробуем на обратном пути испытать. Вот, чистенькое, аккуратненькое все. Ну, как всегда, в нашей стране вокруг валяются стаканчики. Горная прохлада, запах сероводорода, прелесть, конечно. Ну, еще раз повторю, мы пришли вот оттуда, с мостика, прямо на Огурские водопады. А наш путь лежит налево. Здесь страшная вывеска, пикниковая поляна. Естественно, платная поляна. Но не обращайте на нее внимания, мы ей пользоваться не будем. Нам надо идти дальше. Вот течет речка белого цвета. В принципе, кому интересно, здесь можно снять домик. Около каждого домика мангальчик стоит. Здесь почему-то через одного девочек называют Алинами. Вот модное имя. Вот она, речка. Вон здесь отдыхающие сидят. Видишь, посреди недели, да. Ну, в основном местные пользуются этой поляной отдыха. Здесь можно сесть, привести друзей, посидеть, побалдеть, шашлычки пожарить, винца попить. Для детей здесь есть всякие развлекалки, типа качелей, горок.
А вот и наша цель уже близка. С протоптанной дорожки сворачиваем налево вот на этом перекресточке. Буквально метров 10 идем в зарослях. И выходим к цели нашего путешествия. Вот такой вот площадочке, где мы будем отдыхать и мазаться грязью. Вот здесь уже народ вовсю развлекается. Так что и мы сейчас займемся полезным и приятным делом. Сильных изменений здесь нет. Единственное, конечно, воды поубавилось. Лето было сухое. Народу много очень. Сейчас уже вечер, солнце практически не попадает в это ущелье, но народ все равно приходит, идут. Уже информация прошла об этом месте. Вот такая площадочка для лежания. Там водопадик, чтобы принять душ после намазывания. Здесь вот каскад бассейнов. Так, мошка уже достала летать. По бассейнам ходим аккуратно. Есть в бетоне выбоины достаточно глубокие. Ну как глубокие? Ну по колено. Ну полметра. Вот здесь вот небольшой бассейн по пояс. Дальше речка. Вы видите, она все сужается, сужается. Вот здесь вот мы видим, сам источник бурлит чуть-чуть. Дальше вода выходит из-под камней, и где-то метров через 10 опять она на поверхности. Вот такая вот речка. Живности в ней немного. Но люди тянутся сюда.
Вот люди подходят к источнику сероводорода, опускают в него руки. И идут дальше смотреть, откуда течет речка.